Если на молитву, имеется в виду акафист, вот молитва по соглашению, опаздываешь до 10 минут включительно, а сам акафист уже читаешь 20-22 минуты, читать ли? Или это что, собственно, молитва? А, мои золотые, ну да, вопрос понятно. Вот акафист, скажем, Николай Гоголь, четверг, 20:00 до 8:30 в церкви идет. А, прямо в это время. Ну, лучше, чтобы не расслабляться в это время. Но по какой-то причине не получилось захватить часть. Например, я начинаю без 15, заканчиваю 15 минут 9. 15 минут я вместе с церковью. Или так, начал 20 минут, закончил позже, но 10 минут вместе с церковью. При условии, когда нет возможности. Но всякие ситуации бывают. Как исключение. Как исключение. Исключение нормально. А если правилом становится плохо, плохо, плохо. Все начинается с малого. Никто из утроб матери не вышел ни с пистолетом, ни с ножом. А убийцы тоже есть. Есть. Поэтому себе не давайте ослабления. Одно себе позволило слабость, другую, третью, и покатился. Вы, мои родные, мы с вами знаем, в какой век мы живем. Когда лозунгом и движущей силой являются три цели у людей. Во всем мире три цели. Комфорт, удовольствие и развлечение. И это цели в ад сводят. Поэтому нам нужна одна цель – долг. Выполнить свой долг пред Богом, пред совестью, пред ближними. Долг. Поэтому строимся строго, как в армии. Церковь Христова земная называется церковью воинствующей. В отличие от церкви небесной, святых ангелов, которая называется церковью торжествующей. Мы воинствующие, мы как на войне. Только апостол пишет, говорит, наша война не с людьми, с плотью и кровью, говорит, а с духами злой поднебесной, пишет он. Духовная брань, духовная война, что не менее кроваво и страшно, кстати. Кто знает, кто коснулся. Поэтому, мои дорогие, как на войне? На войне расслабуха – это поражение. Все спят, часовой не спит. Никогда. Мирное время – мирное. Опорох, опорох держим сухим. А вдруг? А мы готовы. Так вот, и в духовном плане также. Да. Поэтому сегодня расслабились. Попозже, потом пораньше, а потом вообще выпали. Вот-вот. Вот чтобы это не произошло, лучше держаться правила. Вообще, мои родные, это дисциплина. Мы работаем дисциплину. Волю свою через это, расслабленную, я заболтыханную, железную делаем, как мышцы волю свою качаем, когда жестко под расписание себя ставим. Это хорошо.